И снова здравствуйте, Blender 2.8. Давайте рассмотрим модификатор Boolean вычитание. Рассмотрим здесь и рассмотрим сразу в ZBrush. Ну вот по такой системе. Погнали. Закрываем баннер, щелчок левой кнопкой мыши на рабочем окне. Вот такой здесь куб. Колесико зажимаете, можно крутить. Заходим в Add. Нажимаем Mesh, добавляем куб. Можно использовать G клавишу. И вот так вот поднять. Установить, посмотреть что да как. Опять же G нажать, чуть переместить куда нам надо. Углубить насколько нам нужно. И можно сделать Shift D, дубликат. Перетащить, опять же установить. Можно его углубить побольше. Опять же G. Вот так вот устанавливаем. Или можно использовать Transform, Move, вот эти вот клавиши. Вот нажимаем Transform. И уже трансформом здесь подгоняем как нам надо. Удобная штука. Ну и давайте все это дело вычтем. Вот это чуть можно поглубже. Вот таким вот образом поставить. Так, Select Box включаем, заходим теперь в модификаторы, Add модификатор и добавляем Boolean. Вот нажимаем вот сюда на квадратик, здесь вот куб, куб. Так, нажмем левой кнопкой мыши на основной куб, Add модификаторы, добавляем Boolean, нажимаем, так, куб 1, здесь вот уже стоит вычитание, именно удаление, и жмем Apple. Вот он, находим здесь вверху куб 1, и можно глаз убрать. Вы видите, что вычитание прошло. Вот такая штука прикольная получилась. Следом опять же добавляем этот модификатор Boolean, опять же заходим и жмем куб 7, опять же жмем Apple, и опять же его здесь можно куб 2 отключить. Вот вычитания произошли. Мы находимся в Object Mode. Все это делается в Object Mode. И Add модификатор Mesh. Так, Add добавляем Mesh. Добавляем, наверное, цилиндр. Вот так. Теперь с помощью Transform или, допустим, клавиши S. Давайте нажмем клавишу S. Немножко все это дело уменьшим. Вот так. Не знаю, видно, нет. Сейчас давайте покажу, как поменять тему. Заходим в Edit. Нажимаем преференции. Находим тем. И Install. Можно инсталляцию сделать именно темы, которую можно скачать в интернете. Вот здесь вот пару тем я скачал. Нажимаете на тему, жмете Install, или можно нажать регулярная. Modifiers, Opt. Попробуем вот эту тему. Вот черная тема, наверное, больше подходит. Вот такие происходят манипуляции. Теперь давайте все это дело вытянем. Нажимаем опять же Transform. И можно вот за этот синий квадратик потянуть, вытянуть его так. Заходим опять же, нажимаем Select Box, нажимаем куб, Add модификаторы, Boolean. Нажимаем на квадратик, находим цилиндр и жмем Apt. Опять же цилиндр можно отключить. И вот получается вот такая прикольная заготовочка под что-нибудь. Можно еще бока повычитать, сделать какую-нибудь деталь. Вот таким образом работает Boolean. Все просто. Ну давайте теперь рассмотрим, как вычитания работают в ZBrush. И вот ZBrush. Давайте рассмотрим, как здесь происходит вычитание. Закроем LiftBox. Нажмем Tools, добавим, допустим, опять же куб. Вытянем куб. Edit, Make Polymesh. Следом
можно сделать DynaMesh всему этому делу. Geometry делаем DynaMesh. Теперь заходим в SubTool и можно сделать дубликат. Еще один дубликат. Alt. Левая кнопка мыши уменьшает объект. Переключаемся на один дубликат с помощью Move и Gizmo. Вытягиваем его кверху вот так вот. Один дубликат опять же можно удалить. Delete. И сделать копию. Зажимаем Ctrl. Опять же включаем Move. Зажимаем Ctrl и перетягиваем с зажатым Ctrl в бок. Все это дело можно вниз опустить. Alt. Передвигать. Левая кнопка мыши, зажимаем, вертим все это дело. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем. И теперь можно вот так вот вытянуть. Один куб у нас маскированный. Ctrl, левый клик, снимаем выделение. Shift, левая кнопка мыши, все это дело выравниваем. Теперь устанавливаем здесь вот значок вычитания. Переключаемся на верхний SubTool, на основной. Так, Gizmo можно отключить. Делаем теперь Merge Down. Объединяем эти объекты. ОК. И снимаем Ctrl выделение. Получается, вот такое вычитание прошло. Вот такая штука. Так вычитается в ZBrush. Также можно нажать Append, добавить цилиндр, переключиться на цилиндр в саптулах, использовать или вот Scale вверху. Ну, мне нравится Geometry, Size. И уменьшаем вот этот объект. Делаем ему DynaMesh. И теперь с помощью Move можно опять же его здесь вот так вот вытянуть. Поставить ему вычитание. Переключиться на верхний SubTool. Сделать ему Merge Down. ОК. И снять маску. Вот такой же принцип именно происходит в ZBrush. Вот такая штука. Посмотреть сетку, поле F можно включить и посмотреть вот это дело уже с сеткой. Когда вы читаете ZBrush, вы видите, что делит, здесь появились много полигрупп. Чтобы объединить эти полигруппы, жмем Ctrl-W и делаем одну полигруппу, если нам это надо. Вот такая прикольная штукенция. Все, всем пока, до свидания.